Одна из самых молодых республик в Российской Федерации. За короткий период республика приобрела новый облик. С каждым днем города в Ингушетии становятся все выше. Строятся университеты, больницы, школы и развивается туризм. Прогресс в республике не оставил в стороне и увеличение количества автовладельцев. С каждым годом все больше людей предпочитают иметь личный автомобиль. Но в этом есть и свои издержки. Машины заполняют города, создавая трафик, загрязняя воздух, увеличивается риск возникновения ДТП на дорогах. И все чаще приходится задумываться о безопасности в пути. Именно этими вопросами и занимается ГАИ уже на протяжении 80 лет по всей России. В этом году госавтоинспекция отмечает свой 80-летний юбилей. История госавтоинспекции – это часть истории народа. Каждый день и каждый час, независимо от погоды и времени суток, работники ГАИ выполняют свой долг, обеспечивая безопасность на дорогах, препятствуя нарушителям и помогая водителям, пассажирам и пешеходам в безопасности продолжить свой путь. Никто не ведет статистику предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Но без сомнения, сотрудники госавтоинспекции России ежегодно спасают тысячи человеческих жизней. И нет более благородной работы, чем посвящать себя служению народу и стране. Девиз ГИБДД – «Дорога безопасности». Водитель, не будь ребенком. Лихачество на дорогах – основная причина возникновения ДТП с летальным исходом. 3 июля исполняется 80 лет со дня образования службы госавтоинспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Становление госавтоинспекции Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия происходило в тяжелых условиях, в сложной оперативной обстановке в регионе. Наши сотрудники всегда стояли на передовой линии противостояния с преступными силами. Мы помним сложные условия на постах, постоянные переносы вагончиков управления с одного места на другое. В течение долгих лет у нас не было элементарных условий для работы личного состава и для приема граждан, для оказания им государственных услуг. Сегодня мы имеем хорошие условия и для работы, и для приема граждан, для проведения занятий с личным составом, по профессиональной подготовке, по физической подготовке. Эти условия нам сегодня созданы благодаря руководству республики и руководству Министерства внутренних дел по республике Ингушетия. В этот юбилей хочу поздравить всех сотрудников госавтоинспекции, также поблагодарить наших ветеранов, которые с честью выполняли служебный долг, передавая свой богатый опыт молодым сотрудникам. И, конечно, мы не можем сегодня не вспомнить о тех сотрудниках, которые, выполняя свой служебный долг, погибли при исполнении служебных обязанностей. Задачи, которые сегодня стоят перед нашей службой, они не менее сложные, но я уверен, что сотрудники госавтоинспекции и впредь будут с честью выполнять поставленные перед службой задачи, обеспечивая безопасность дорожного движения, сохраняя жизнь и здоровье наших граждан на дорогах нашей республики. С
Сегодня ГИБДД находится на обширной территории, на которой гармонично расположены здания, деревья, площадки, тротуары. Одним из главных строений является центральный четырехэтажный офис ГИБДД и новый офис МРЭО. Созданы помещения для подготовки личных составов, спортзал, тир, парковочная зона, боксы для технического обслуживания и мойки для служебного транспорта. А также предоставлены новые транспортные единицы. Каждое утро на территории ГАИ проводят построения для планировки рабочего дня. Выявляются проблемы и сложности дневного и ночного дежурства. В госавтоинспекции МВД по Республике Ингушетия сегодня служит более 450 сотрудников, которые каждый день несут службу, обеспечивая безопасность и спокойствие на дорогах, а также оказывают государственные услуги населению. Рабочий состав постоянно обучается и переаттестовывается. Организуются командировочные выезды для подготовки и мотивации молодых старательных сотрудников. Уделяется внимание спортивному развитию. Проводятся периодические тренировки по стрельбе. Естественно, после того, как мы находились в подразделении города Назрань, в этих вагончиках, условия шикарные по сравнению с тем, что было и что есть на данный момент. Условия работы, новые помещения, новые здания. Все, в принципе, вроде бы создано для оказания государственных услуг. Буквально в этом году в МРЭО произошли колоссальные перемены. Новое здание позволило полностью упростить и ускорить процесс работы с гражданами республики. Также ускорилась практика по обработке учета транспортных средств. Раньше люди стояли в очередях часами. Сейчас в течение 20 минут можно провести перерегистрацию транспорта и уйти спокойно. Я сейчас приехал, машина оформить. Вот в течение 20 минут уже вот сейчас должны мне выдать номера. Становление госавтоинспекции Ингушетии происходило в разных условиях. И мы видим сегодня то, что не только изменилась сама служба, но и подходы к этой службе и тем задачам, которые выполняет служба госавтоинспекции. Считаю, что это одна из благороднейших задач любого человека, любого служащего, когда он занимается обеспечение безопасности людей, тем более, что в области дорожного движения происходит наибольшее количество правонарушений и наибольшее количество, к сожалению, происходит ранений и гибели людей. Основная проблема возникает от водителей, которые не соблюдают скоростной режим. Ведь чем выше скорость, тем меньше шансов избежать или предотвратить столкновение, и меньше шансов у человека, который оказывается на его пути. Именно поэтому важно вовремя остановить нарушителей путем фиксации их нарушения на камеры, а также внедрены системы подсчета средней скорости транспорта на наиболее опасных участках дорог и увеличены штрафы за нарушения. Мы спросили школьников, каким должен быть полицейский. Полицейский должен быть всегда строгим, должен следить за порядком в городе, в поселке. Должен знать правила дорожного движения. И должен быть очень добрым и справедливым. Добродушным. И если у него что-то спросили, он должен хорошо отвечать и не злиться ни на кого. Он должен помогать другим, помогать бедным, слабым, маленьким. Он должен быть старательный, хороший и добрый. Скажите мне, пожалуйста, вот мы вышли на дорогу. Кто такие пешеходы? Работники ГАИ часто проводят встречи со школьниками для обучения и подготовки детей к правилам дорожного движения. Научить их быть внимательными при переходе дорог и как уберечь себя от злостных водителей. Пользуясь случаем, хочу поздравить
от всех ветеранов, и сам на ветеран МВД, мы с наступающим большим праздником, 80-летием госавтоинспекции МВД Республики Ингушетия, ну, МВД России. Я желаю вам, всем нашим коллегам, работать так, чтобы люди были довольны, граждане, чтобы были довольны. Коллектив ГИБДД, вот сколько я помню, вот во всех этих сложных обстоятельствах никогда не сдавались. Смелые, хорошие ребята были. Были и в настоящее время есть. Более 400 человек погибли, значит, при исполнении служебного долга в нашей республике. Вот. Около 40 человек погибло из рядов ГИБДД нашего. Они сложили голову, чтобы в нашей республике был порядок, и мы жили, значит, мирно, хорошей жизнью. Пешеходы, как и водители, являются полноправными участниками дорожного движения, следовательно, несут ответственность перед законом. Всегда соблюдайте правила дорожного движения. Не превышайте скорость и не переходите дорогу в неположенном месте. Выбор стоит перед каждым водителем – ускорить или снизить скорость, остановиться или нарушить. Каждый раз, нарушая правила дорожного движения, увеличивается вероятность того, что по вашей вине пострадает дисциплинированный водитель или пешеход. Именно тогда ваша дорога обернется ценою в жизнь.